Привет, друзья, видеоканал «Русская Америка», меня зовут Юрий Моша. Сегодня утром мне в Viber пришла радостная новость. Павел, администратор нашего канала «Эмиграция в США и Русская Америка», сообщил, что канал нам разблокировали. На канале больше 38 тысяч подписчиков, почти 10 миллионов просмотров. Многие зрители «Русской Америки» как раз смотрели этот канал. И канал на той неделе был заблокирован двумя троллями, которые делают атаку на мой бизнес. Их фамилии известны. Задорожный живет в Украине и Мысинс живет в России. Мы сейчас с ними боремся всеми возможными способами. И рано или поздно мы их додушим. И они перестанут гадить. Но они загадили и сделали действительно пакость. Они сделали фиктивные жалобы. Сообщили, что видео, которые принадлежат мне и которые снимала моя супруга Ирина, они сказали Ютубу, что эти видео принадлежат им, и они их снимали. Ютуб, не разбираясь, заблокировал нам канал. Ну, вот так работает Ютуб. Об этом тоже я рассказывал, что я не понимаю, как они работают, но вот они работают так. То есть, они блокируют, а потом разбираются. Ну, конечно, мы были удивлены и забили панику. Я подробно потом, подробное видео, сейчас коротенько расскажу, как мы боролись и как мы в итоге добились того, что канал разблокировали. Я даже дошел вчера вечером уже до ключевой фигуры Ютуба. Это генеральный директор Ютуба, президент Ютуба. Ее зовут Сьюзан. Со сложной очень фамилией Вотцицки. Вот такая вот. Женщина влиятельная, входит, кстати, в список самых влиятельных женщин мира. Вот. И кого мы только не подключали. Я долгое видео будет, историю расскажу, как мы канал разблокировали. Но я хочу сказать огромное спасибо всем тем людям, которые помогали нам. И компания из компании Google Москва, и из компании Google Америка, и ютубовские сотрудники, и фрилансеры, и наши зрители, и советы давали многие, но кто в итоге стал той фигурой, который повлиял на решение юридического отдела Ютуба, Гугла, я не знаю, но в любом случае результат налицо, канал разблокировали, сейчас он в поиске еще не показывается, так устроено, что через какое-то время появится видео в поиске. Ну, сейчас вы по линку, который вы видите сейчас на экране, вы можете зайти. Я написал в ВКонтакте, в Фейсбуке, что канал разблокировал, указал линк. Пожалуйста, можете заходить. То есть, канал работает. Ну, и хочу сказать огромное спасибо всем зрителям, которые верили и ждали, что все получится, канал разблокирует. Может быть, просто кому-то удобно. Я говорил, что есть, да, у нас альтернативные каналы. Пожалуйста, можете туда переподписываться. Ну, может быть, кто-то привык именно к этому, потому что у каждого канала там свои плейлисты, своя там система поиска. Кто-то ждал, но в итоге дождался, как и мы дождались, и справедливость восторжествовала. Всем спасибо, удачи, пока, смотрите «Русскую Америку». С вами был Юрий Моша.